что это у нас такое тут? А что у нас под елкой лежит помимо штукатурки? Тут подарки. А тут подарки? Смотри, какие подарки, Дима. Дима. Аккуратненько. Нет, 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 надо сначала положить в бок. Кто это, смотри? Это подарки. Это у тебя кто? Подарки. Это робот? Дед Мороз, Диме робота подарил. Это тебе подарил робота. Деда Вова с дедой Толей. Дед Вова из Москвы. У тебя дедушка есть? Еще помнишь, они приезжали? Вот, они тебе подарили робота. Сейчас мы с тобой покушаем. Ставим туда батарейки. Не помню, там есть они или нет. По-моему, я их вынимала вроде бы. Вот, наконец, мы вставили батарейки. Не каждые батарейки еще сюда засовываются. Сейчас мы будем... Ну туда иди, Дима, вон туда, встань вон там. Смотри. Пошел, пошел, смотри. Так вот, да? Понял ты? Вот так вот. Давай теперь ты. Вот ты его вот так возьми, потому что вот так вот держи. Видишь, тут черненькая точечка, вот это вот туда направляется. Нажимай. Такая вот игрушка. Здесь Дима уже достал следующую игрушку, пока я вставляла батарейки. Так, уберем. Попозже достанем. У Димы сегодня мясное утро. Пришел Димочка от бабушки, да? У мамы, конечно, ничего не приготовлено было. Потому что я люблю приготовить свеженькое, чтобы накормить ребенка. Дима взрослый стал. 8 дней Дима отдыхал у бабушки. Аккуратно пей. Дима так вырос. Некоторая одежда даже мала стала. Так неожиданно. Повзрослел, такой большой стал. Пальчики такие прям большие стали. Ушел малышом. А вернулся взрослым мальчиком. Ой, твои басиозные да пальчики. Вон, да, у тебя пальчики, какие огромные, прям стали. Ушел малышом, а вернулся взрослым. Да? Да. Кушай, кушай. Сейчас мама будет варить гречку. Дима очень любит гречку, да? Да. Вот, какая она игрушка, смотри, клевая.
Все, догоняет, догоняет, смотри другую. Догнала она ее, смотрите. Догнала. Красная получается быстрее, что ли? Ой, у нее вещи крутятся. Сейчас она ее опять догонит. Опять смотри, смотри, бегут друг за дружкой. Блин, ну это реально, это очень классная игрушка. Я не думала, что даже у взрослого человека реально будет восторг. Конечно, собирать ее очень-очень муторно и долго. Это еще, кстати, не вся трасса, еще там осталась часть какая-то. Еще один мост у нас остался. И вот таких штук, еще штуки две или три. И машинки я докупала. У нас еще три машинки. Батарейки я купила, аккумулятор. Опять красная догнала, смотри. Красная быстрее едет, что ли? Эй! Пускай, пускай едет, Дим. Вечером, конечно, это будет смотреться еще круче. Сейчас красная опять ее догонит, наверное. Ой, 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 ой. И сразу, да. А кто там едет самый мини? Еще три штуки включила, смотрите. Вот за ним только глаз да глаз надо. Смотри, у меня упала синяя. Ну поднимай. Поднимай. Глаз да глаз. Ай! Авария, елки-палки. На, на машину, вози, на машину, вози, на. Да. Смотри, как меня. Что-то мы сделали неправильно. Трассу, видимо, они у нас едут как. Одна. Слишком медленно, что ли? Ну, мост опять сломался. Да. Как они ломаются быстро. Нет, все хорошо. Едут. Да, тут все подозревало. Спасибо. Ой, большие.
Ба, что это? Я не знаю, что. Переверни ее. Переверни. Переверни. Вот так. Опа. Какая потолочка. 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 Смотри, какая потолочка. 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 Прикольно мне. Это коврик специальный, массаж. Ну-ка, давай-ка массажик снимем. Ну, подними ногу. Дай сюда. Массажный. Ёжик какой там, да, колючий. Давай, давай, иди. Какие подарки тебе Дед Мороз подарил. Ну ты полной ножкой ступай. Полной не на носочках, а полной ножкой. Давай, наступай. Ну, что, так щекотно, что ли? Щекотно, Маша. О! Вот это вообще прям офигенно. Это очень щекотно. Ёжик вот тут вот. Прям классный. Вот это вот тоже прям очень колючее. Ой-ой-ой, блин. Вот они массируют ножки. Надо, конечно, побольше. Поэтому я смотрю, все докупают всегда. Ай, я представляю, кого я. Его закрыть. Давай, иди. Массаж ножек. Массаж. Визжать не надо, Тим. Не надо. Наступай на ёжик. О, какой. У тебя трусы там видны. Трусы? Подтяни. О, ну как? Ощущения? Ой, ёжик, я наступлю. Наступай. Ти! Я наступила, ёжик. Ну, уже не так щекотно. Это тебе Дед Мороз подарил, да? Вон трек еще какой подарил. А у тебя там еще подарки лежат под елкой, ты видел? У тебя еще полно подарков под елочкой лежат. Ты тоже рассказ будет делать. Это католицкая, будет рассказ, какие католицкие?
Ну, ходи по картоночке. Ходи. Она не особо так. Здесь, смотрите, как грецкий орех. Это кишки как будто. Да? Там вот поострее две штуки, ежик и камушки. Здесь конфетки. Там вот эти вот прям острые. И там такая же повторяется. Нравится? Ой, смотри, хвост. Ёжик. Ой, ёжик. 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 Эх ты. Ёжик. Классный ёжик. Классный? Классный. Ёжик. Я рада, что тебе тоже понравилось. Ёжик. Иступайся, ёжик. Это папа подарил. Это папа подарил. Это Дед Мороз принес. Это папа подарил. И папа их подарил. Это и Дед Мороз. Это папа. Дед Мороз принес. Это поскольку у тебя в комнате. У тебя в комнате был ремонт сделан, тебе вот принес Дед Мороз. Димочке ремонт. Вот тут уже новые обои красивые. Обои. Полы новые, потолок. Люстра осталась еще. Да. И все. Робот Димин стоит. Когда ремонт, это выглядит вот так. Это еще тут цветочки такие. Сейчас включим. Вот так вот сейчас все выглядит. Просто все завалено кругом. Знаете, хорошо, что есть еще одна комната, которую можно просто битком завалить, а в другой комнате более-менее хотя бы с ребенком играть и бегать. Сюда вот книги все поместились. Посуда вон там поместилась. Детские игрушки вон там, но их нужно забрать отсюда. Вот они лежали, когда был ремонт в Диминой комнате. И здесь получается, что вот эта лампочка не работает, потому что тут вот свёкор что-то наворотил. И это... Там надо, короче, приглашать, делать конкретно все. Вот, и получается то, что только вот настольная лампа. Короче, так вот. Так вот у меня получается стол, прям очень маленький, очень это все. Надо убираться постепенно, все постепенно будет. Живешь фактически на коробках, на мешках. Сейчас я начинаю вспоминать, что в нижних коробках я что-то забыла вытащить, но мне так лень доставать эти коробки. Это просто ужас. Книг часть я тоже уже не повыбрасывала, отнесла просто. Еще надо ходки 3-4, нет, ходки 2-3, наверное, сделать, чтобы отнести книжки все, которые мне не нужны. Ну, вот тут я еще оставила, не знаю, понадобятся они мне или нет, я хочу, что-то упало, хочу посмотреть. Ну, с одной стороны, я очень люблю читать про болезни, как их лечить, то есть все это я люблю, но я ни разу ими не воспользовалась. Может быть, когда-нибудь воспользуюсь, скорее всего, наверное, их оставлю, эти книги. Вот здесь вот магия, когда-то я покупала, их я отдаю, потому что я ими не пользуюсь. Оставила только, по-моему, две штучки, что ли, себе.